всем привет, друзья, с вами Дима Моисеев. Я добрался опять до игрушки The Twins. Прошлый раз у меня, увы, не получилось ее пройти. Я надеюсь, что сейчас... Что? С гостями? Что? Это что значит? Какие гости? Что? Короче говоря, постараюсь ее сегодня пройти, наконец-то, на изиче. Сбегу через обычную дверь. Здесь крутилку легко найду. Надеюсь, мне память на телефоне не подведет. Буду вырезать пару всякие моменты, не очень интересные. Как раз их против зомби-2, короче говоря, буду поступать я. А что за... Блин. Так, я уже давно очень здесь не был. Мне бы все это вспомнить. Блин. Так-с, надо аккуратненько здесь пройти. Возможно, в следующий, потом я буду дальше ее снимать, я буду проходить там уже через подвал, или через который я, кстати, ни разу не сбегал. А может быть, вообще через эту? Через крышу. Так, там. А что за гости-то, собственно? Я сейчас пошумлю, они придут или что? Так, а что делать надо? Я уже забыл. Если честно, я сюда очень давно не заходил. Страшно, мне капец просто. Опа! Ой-ой! Да ладно! Да ладно, бабка с дедом! Ой! Так это что? Чё это? А чё это? Это... Блин! Ё-моё! Нежданчик! Я слышал что-то такое, но я не ожидал такого. Ой, обожаю это место. Я обожаю, когда меня сюда кидают. Крутилка, все, я точно должен сюда бежать. Бабуся. Так, я могу прыгать, это я помню. Что у нас тут? Патрончик. Капец, да их тут целых четверо. Их тут целых четыре, как я это буду проходить? Что-то мне страшно. Вот я скину, пожалуй. Капец, еще есть еще два дурачка. Так, так, где? А. Что-то это такое, мне вот интересно знать. Pump handle? Это что? Может, я не буду ничего вырезать. Слушайте. Ну, раз уж такое, то это интересно. Так, синий ключ, я помню, над крышей, он мне вообще не нужен. Бак вырубился, в смысле? Не окружили, все, жопа. Жопа, жопа, жопа! Блин, бабуська, это вообще прикольно. Сразу видно, делал разработчик-девелопер. Ай. Ай-яй. Ай-яй-яй-яй-яй-яй, где у нас включение Wi-Fi? Так-с. Аккуратненько. Динамит, отлично. Так, айрон диск. Вот это что такое, я не понимаю. Прикол разом четверых вырубить. Капканы ставит. Это что? Что это за хрень была? Капец, это тут что-то новое. Айрон диск. Подожди-ка, жук. Мужика я прекрасно помню. Он сейчас не взорвется. Это что был за бред? Что это был за бред сейчас? Да издевайтесь, меня сюда кинули.
Не, подожди, что это было за... Что это было сейчас за жесть? 2-1-1-2. Хорошо, запомню. 2-1-1-2. Кобздец. Интересно. Ты где, дядь? Выпусти меня. Для игры, не грандпань. Друзья, оказывается. Так. Главное, чтобы сейчас бабка не пришла. Вот сейчас вот реально стрёмно. Если честно. Этот подвал я его на самом деле не люблю. Я его прекрасно помню, и он мне не нравится. Блин, да какого хрена? А дверку закрыть никак нельзя. Я сейчас сдохну. А у меня сейчас удачный спавн. Да ё-моё, ёкарный бабай, да чё вы издеваетесь? Это вообще самое ужасное. Куда вы кинули меня? Здесь надо сразу шестеренкой оказаться. Что, иди, ты дебил. Солдатской футболки, блин. Иди сюда. Спасибо. Зачем ты его выкинул? Так, ладно, все, погнали. Бабка же это не услышит. Надеюсь, что не услышит. Так. Это что? Батон. Чё бы нас добавляли-то? Офигеть. Что ты все делать, я не понимаю. Так, побежал-ка я обратно. Непонятно пока мне ничего. Что это все значит? Зачем здесь это все? Динамит лежит. То есть мне надо идти за монтировкой. Так, тихо. А монтировка, собственно, где? Ты что, не бежишь? Где, собственно, монтировку выронил? Где я выровнял монтировку? Алло. Блин! Я динамит увидел. Так, вот сейчас мне даже нравится такой расклад событий, потому что у меня уже шестеренка с собой, и я сразу... Могу использовать здесь. А это значит что? Что монетка у меня уже в кармане. Гони ключ быстро. Два, один, один, два. Сразу ставь. А, так это не та шестеренка. Это не то, что нужно было. Ё-моё. Да что это такое-то?
Ничего такого нужного я еще пока не находил. Пойдем повыше. Посмотрим, что есть. Красный ключик. Так, тихо, тихо, тихо. Так, вот, это то, что мне надо. Я дебил, я тупой. Все, сидим, ждем. Сейчас прибегут они сюда все абсолютно, кроме деда. Было вообще неожиданно, реально. Зачем я поставил этот режим? Ясно. Никому это не ясно. Ты кто-то прошел? Сейчас кто-то придет вообще? Прошел один. За ним еще двое сейчас прибегут, да? О, бабка пришла. Ой, бабка пришла. Все. Так, ладно, пошли. Такс. Даже не знаю. Прикольные секреты. Я выжил? Или я не выжил? Да задолбали. Вы меня столько сюда и кидайте только. Так, вот теперь у меня настоящая крутилка. Которая мне сейчас и пригодится. Выпусти! Здравствуй, братан. Как у тебя дела? Как жизнь? Как сам? Давно я тебя не видел, на самом деле. В этом году. Так, вот это точно то, что мне нужно. Все, погнали. Это, я помню, разбивается можно. Разбивается... Как-то. Я еще ни одного нового предмета не нашел. Это что за жесть? Вот на кухне, может, что-то лежит. Вряд ли. Так, прошла жирная свинья. Блять! Короче говоря, нужно вспоминать, как это все проходить. Ты уже настолько все забыл, что это просто жопа. Я не знаю. Дай как к жуку сбегаем, я не знаю. Так, тихо. Жучара. Я к тебе сейчас приду. Ну что, только жука осталось потестить, и все. Побегу я вот тут. И так самому жуку. У меня как раз есть, кстати, эта шестеренка, чтобы его закрыть. Как удачно. Тут лежит динамит.
Это меня, кстати, очень радует. Так. Динамит 5 секунд. Я его пока подожду. Пусть он пока приедет. А это можно просто забыть. Зачем? Ё-моё! Подождем. Ё-моё, у меня жизни уже не осталось. Я сейчас попробую, кстати, будет интересно концовку посмотреть. Концовочку. Опа! Все, я обязан это затестить. Я обязан затестить эту вещь. И видео закончу. Ладно, не буду проходить, просто посмотрел, так сказать, новое обновление. Такс. Тихо. Вот сейчас главное не умереть. Вот сейчас ответственный момент, реально. Так уж динамит будем держать. В случае, если где-то шлюпнусь. Сюда же, я надеюсь, не ходит? Ай! Ай! Тихо! Страшно. Страшно, вырубай. В принципе, я сбежать могу, потому что у меня красный ключ есть, но я не могу это сделать. Ложись! Вот зачетный полет был, прям смачный. Так, эти дебилы здесь идут. Если где-то наверху будет жопа. Так, а куда ручку-то надо было? Блин! Дед все портит. Дед портит всю малину. Тихо. Тихо, там уже эти дебилы выехали. Это где-то, по-моему, внизу, где канализация надо ставить. Подожди, подожди. Блин! Здесь вообще какая-то кнопка нужна. Где была нужна вот эта door handle? Все, роба. Мы не материмся. Где-то нужна была door handle. Вот здесь. Еще одна? Капец. Ну и намудрили разработчики. Молодцы. Что вот тут? Ничего интересного. Блин, не успел, не смог перепрыгнуть. Ну ладно, гаси меня. Я держался долго. Нормально колбасу прокатил сейчас. Так, жук. О, прикольно. Эти тут еще внизу стоят тоже. Мне капец. Жри меня. Ужас. Ну ладно, прикольно. Не знаю, когда следующую серию сниму по этим затвинцам, но надо будет снять обязательно. Не хочу. Смешно было. Очень смешно было. Ха-ха-ха. Ладно. Ладно. Всем спасибо за просмотр. Подписывайтесь на мой канал, комментируйте, ставьте лайки. Всем до следующих видео. Всем удачи. Всем пока.